знаменательный день, 18 марта, день выборов, и в этот день мы, в общем, сделали свой выбор. Мы с друзьями поехали в лес пожарить шашлычки. Вы с нами? Присоединяйтесь, поехали. Мы выходили минут 2 там, да. Что-то как будто все минус 15. Ветер, потому что. Когда нас плохая погода останавливала? А кто сегодня испугался? Может, домой обратно поедем? Нет, я тебя на прочность проверял. Когда вы в Ягодное ехали? Когда конечная цель путешествия шашлык, нас никогда не остановить. Кстати, о шашлыке. Давайте проверим, что у нас там. Дождя нет еще. Был бы дождь, стрёмно было. Сегодня у нас шашлычки пинчос. Такие красавчики с помидорчиками из курицы и поросятины. Сейчас мы их съедим. В таком мы сегодня живописном месте находимся. Март месяц, сегодня какое число? 17? 18! 18 марта. А, мы сделали свой выбор. Это вы, фонарик. Короче, они в Крыму мы это. Они раньше часто в России делали. А сейчас я не знаю. Да, и они летом, да, они там работают. Ты что, нас на видео? Да. Всем привет. Март месяц, 18 марта. Мы выбираем шашлык. Нет, снег. Зима. Я выбрал свинину, а Ленка выбрала курятину. А мы выбрали природу. Да, там еще грибы есть. Мы грибы выбирайте. Тоже вкусные. Депутаты говорят, едят мясо, а мы капусту, да? А все вместе получается голубцы. Да. А, не, а в среднем, говорит, получились голубцы. Да. Погода. Кайф. Это точно. Конец. Уже весна, а все никак зимой попрощаться не можем. Ну, последние денечки. Закос под зиму снега тоже, в общем-то, навалило. Нормалек. Когда такое было в марте месяце, все было. Ну да, еще завалил за 3 дня. Все, погода чудесная. Зиму, говорит, перезимовали, теперь надо перезимовать. Осталось.
Нет. Сейчас, Андрюха, как дернет, ты бампер нахрен оторвет. Давайте, я специально подъехал, что думаешь, чтобы этот исторический момент запечатлеть.